пшик до носика, сопельки з носика. З вами програма «Богиня шопінгу». Битва блондинок триває. Ну, слушайте. Усі ми в душі трошки білявки. І сьогодні наші білявки люблять бути зверху, обожнюють владу та шокувати оточуючих. А от це заявка на успіх. Креативна бізнес-леді Ліза Брежнєва. Алло, мене зовут Жожоба. Професійна сваха Ольга Сафронова. Можеш ли ти так двигати грудью в такт музики? Та хазяйка модельної агенції Христина Кова. Пора радуватися той собі, яка ти є зараз. 100 кілограм, ані ж не за горами. Хто з дівчат змусить експертів молитись? Бог ти мой, матір Божа, Господня воля. Яка пара співпала на проєкті «Богиня шопінгу»? Це доля. Сьогодні до нас просто із модного пекла, де горять всі антитренди, приєднався Ваня Супрун. Be careful, ма хороша. Все, що не дозволяє собі найстильніший чоловік України Леонід Мартинчик, скаже дівчаткам Ваня. Як можна так одягтися? Ну що ж це таке? Ну що ж це за б**ть серед біла дня? Селяві! Давайте знайомитись, красуні. Мене звуть Ліза, я живу на дні океану. Внезапно. Спанч Боб. Какой океан вообще, о чем ты? Я всего лишь Кристина Кова, я бодипозитивная феминистка. Баба огонь. Властная женщина в таком борделе придорожном. И у меня свое модельное агентство. Может, у меня просто есть подружки, и она всех их собирает в поездку на фотосессии. Меня зовут Оля, я сваха. Ты на сайтах тёлок продаешь. Это дичь полная, как по мне, конечно. И я художница. Я пишу не только кистями, но и грудью. Много ума не надо. Краска взяла, картина готова. Она у меня еще умеет танцевать. Вот так вот ею двигать. У нее культ груди. У тебя импланты под мышцами? Если делать такие упражнения 2-3 раза в день, никаких имплантов не нужно. Это вообще полнейший. У Оли сиськи не свои. Я знаю, что вот так можно стоишь, и вот так оп-оп-оп-оп-оп-оп. Цыганочка. У меня побольше, поменьше, точнее, мышечной именно массы, да? Там явно, явно женщине справа нужно заниматься спортом. Потому что там как бы все немножко подвисает. Я не против имплантов, я не против сделанной красоты, я против... Оба сиськи накачали и думаем, куда бы писечку свою устроить покомфортнее. Ну, ты же понимаешь, что просто за губы сиськи никто ничего тебе не даст? Ну, конечно, если в голове только одни океаны, то кто там тебе что даст? Это слова обиженной девушки. Еще и получается, наверное, внимания нет. Ты как была тупая, так тупой и останешься. Почему? Потому что тебе не надо умнеть, ты тупая. Феминистки, кстати, скрытые. Они всегда вот говорят, что все, нет, нет, а нет. Потом а такие, потом такие, бегу к мужику. Так, они тоже говорят, что я не бегу к мужику. Бегу, конечно. Любишь, когда подарочки, да? Конечно, люблю. Есть те, которые больше любят принимать подарки, чем их дарить. Хочет равноправия, но тем не менее она сама сказала, что она любит больше брать, нежели давать. Она не феминистка. Она переобулась просто в воздухе, Кристина, это... Дівчаточка, не забувайте, чого зібрались. Прочитайте завдання. Доброго ранку, модні левиці. Ви звикли завжди і будь-якій ситуації бути зверху, адже ви найкращі. Тож завдання для вас сьогодні надскладне – зібратися на вечірку, на яку вас не запросили. Я достатньо публічний чоловік. Ну, як це, мене не пригласили? В смислі? Это должно быть что-то очень неординарное, яркое, явно вызывающее. Вот ты зашла, и все такие сразу. Что, нужно выбрать спецмагазин? И давайте я как... Самая старшая? Как самая серьезная дама сделаю это первое.
Все для рыболовли. Это очень сложно. Я не представляю, что там можно подобрать в рыбацком магазине. Ну, это жесть. Магазин одягу великих розмірів. Наденет и будет ей оверсайз. Ну, нормальная тема, почему нет? Как будто бы чуть-чуть меня вернули в прошлое. Потому что я была полной, я была примерно как Кристина, но я не была такая обвислая. Пробуй, давай уже, не томи. Везет по жизни, не то что вам. У меня крамница мистецких товаров. Почему Оле попался художественный магазин? Какого хрена? Может, у нее там договоренность, может, она партнерится с ТВ. Может, она где-то... Закрытый шопинг и мою победу. Я победитель по жизни. Хоть охотник, хоть рыболов, я пойду и сделаю этот шопинг очень крутым. Стану победительницей я. Я акула, я их просто скушаю вот так. Ам-ам-ам-ам. Оце заявка на успіх. Як живеться креативна дамочка і які скелети ховає в своїй шафі? Нумо дивитись. Власть, деньги, шопінг – три вещи, которые я люблю больше всего. Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт, Зак Ефрон отказались комментировать богиню шопінга, поэтому позвали Женю Таллера. Кто живет на дне океана? Кто живет на дне океана, не слышу. Бактерии. Вариантов масса. От черепахи до якихось рыбок. А это же я. Пойдем смотреть мой гардероб. Боже, какая-то хата приличная. И она вся, значит, в органзе. Привет, меня зовут Елизавета Брежнева. Очень блестящие губы. Они могут пускать сигналы морякам. Мне 23 года, я из города Харьков, и у меня свой шоурум косметики. Вона в слові «шаурма» сделала очень много ошибок. У меня свой магазин шаурмы. Шоурум – это чуть-чуть другое. На сегодняшний день мой доход составляет примерно 5000 долларов в месяц. Что? Перепродавая косметику, можно пятерку зарабатывать? Ребят, извините, я пошел закупаться тональным кремом. Честно говоря, ремонт у нее не на 5000 долларов в месяц, а на все 25. А ну взглянем, что у тебя в гардеробе. В этом жакете я была на своем дне рождения. Мы с подругой решили отметить его вдвоем. Заказали ящик шампанского. По чуть-чуть. Промочить горло. Ко мне подходит парень и говорит: ой, а что ты тут? Давай вместе потусим. Он начал звать еще своих друзей, каких-то девочек, про шампанское со стола наливать. Чувак, ты серьезно? Ты решил выехать за наш счет? А мы уже поняли, что с тобой такие номера не прокатят. Тихонечко ушли, и я написала управляющему, что возьми с него деньги за то, что он тут празднует. Что за манцы? Мы что, в 90-х? Получается, вот кто живет на дне океана. Жлоб Биха. Жакети такого формату дуже зараз популярні. І, до речі, двобортний жакет рекомендовано застібати на всі гудзики. Коли однобортний жакет застібається лише на верхній гудзик, нижній гудзик не застібається. На этом пиджаке, как в Мюнхгаузене. Чтоб я воевать в однобортном, накрутила, навертела все на свете. И пиджак одела, как будто бы он Бальман. Тут же она прочитала уже в журнале, посмотрела в Инстаграме, что сейчас велосипедки в моде. Просто затопила этот и так не очень удачный образ какими-то кроссовками, похожими на Дольче & Габбана. Но, по-моему, это не они. Прикольный трендовый образ, жакет такий в стиле Бальма. Типажу Лизы, в принципе, цей образ дуже пасує. Это платье я купила специально на свидание. Как избавиться от парня за 10 дней? Если вы хотите, чтобы вам больше никогда никто не позвонил, вот просто одевайте вот такое платье нежно-поросячьего цвета. Надевала я его всего один раз для свидания со своим старым знакомым. Очень старым знакомым. Ну, лет 70 ему было. Если человек получает субсидию, еще не значит, что он старый. В итоге парень просто отморозился. А что и требовалось доказать? Мне он сказал, что вот мне приехал вагон с орехами, нужно проконтролировать его разгрузку. А как это выглядит, интересно? Так, грецкие, сюда! Миндаль, миндаль, аккуратно! Ліза в цій сукні виглядає дуже об'ємною, такою навіть трохи, ну, ніби з зайвою вагою. Лучше допинг – это шопинг. Ну что, погнали за допингом? А что она на себя надела? Оу-оу! Попереду основний магазин, щоб зібратись на вечірку, на яку не запросили.
Чи було таке у наших красунь? Однажды уже была такая вечеринка, на которую меня не пригласили. За мной ухаживал один парень. Я узнала, что он идет на вечеринку, он мне сказал, там никого не будет, кроме пацанов. И я захожу на эту вечеринку, и лицо парня, который меня не пригласил, просто выглядело вот так. Может, у него просто свело в этот момент челюсть. Знаешь, бывает, что ты ешь, и у тебя здесь как-то сводит, и ты... И она такая, а, челюсть отвисла, правда? Я надеюсь, она голая там под этим плащом. Не ждали? Да, таки она голая. Там нема прям чего-то сверхъестественного, чтоб все типа в цей момент упали. Классный червоний тренч, але не на голе тело, не на белизну. Просто это сразу показало, что больше нечего показать, только вот это трусямбы свои. В похожем платье я хожу на работу, и мне нужно было снять контент. Я выставила ракурс. Вот, ребята, учитесь. Сидит, телефон залипает. А ракурс кто будет выбирать? Я попросила свою помощницу помочь мне нажать на кнопочку. Смотрю, раз она плохо сделала, два плохо сделала. И я на третий раз ей говорю, ты что, не можешь просто нажать на кнопку? Я поворачиваюсь и вижу, что она тупо рыдает такими крокодильными слезами. Ребят, если бы вы знали, как часто мы здесь это проходили, все операторы тут рыдают крокодильными слезами. Ну, именно неадекватная какая-то. Чего ты рыдаешь? В чем твоя проблема, блин? Да почему ты, рыдаешь? Может, потому что ты неадекватная, с тобой невозможно работать? Я узнала, что она рассказывала, вот она такая сякая, довела меня до слез. Ну ты нормально себя чувствуешь вообще? Ты сама себя довела до слез, ты вообще истеричка. Мой типичный разговор с бывшей. Сколько там людей работает и какая там текучка? Я так понимаю, собеседования проходят чаще, чем люди выходят на работу. Боже, а ей не кажется, что у тебя тельоны немножко обрезают ее ножки? На вечірку, на яку вас не покликали, все-таки треба бути більш яскравою, більш епатажною. Ця сукня дуже романтична і красива, але трохи не в тему. Таке романтичне платье, оно напоминає мені, як ми були з моєю подругою в Парижі. Перший день ми приїхали, всі такі красиві. Эта башня уже начинает загораться. Я надеюсь, что она не в прямом смысле начинает загораться, потому что Харьков приехал. И тут мы видим, идет мужчина, дает нам по одной розочке. И кричит, мани, мани, дайте мани. Я говорю, какие мани? No money, present. 90% менталитета наших девочек. Бесплатно. Сукня дуже романтична, красива, знову ж таки, не зовсім на вечірку. На вечірку все-таки щось має бути таке показовіше. Вона виглядить, як би, за 35, а їй же все-таки до 30 зараз, да? В этом магазине я подобрала что-то очень классное, яркое и стильное, что точно покорит всех на вечеринке. А далі спецмагазин лізе. Як у мешканки дна із великими розмірами. Повні люди – це, в першу чергу, лінь. Та не менш великий скандал на фіналі. Щас ці люди отримають, мені. Ліза прямує в магазин великих розмірів за обов'язковою покупкою. Попереду вражаючі зізнання та поетична хвилина. Да, я, конечно, привыкла немножко к другим магазинам. Бросай понты, мы видели, как ты на остановке выходила из маршрутки. Если ты будка, не надо с собой строить девятиэтажку, как говорят в Полтаве. В это трудно поверить, но когда-то я тоже захаживала в такие магазины. После того, как я закончила заниматься художественной гимнастикой, я очень сильно набрала вес. Правильное питание и спорт помогли мне привести себя в форму. Ну и бедность, конечно же. Я похудела на 20 килограмм. Полные люди – это в первую очередь лень. Просто нет силы воли у людей. Ой, вот здесь я с ней, кстати, согласен. Прикольно. А чего она не одела сразу две штанины на себя? Не смогла залезть? Такой был бы спальный мешок. Настільки креативно, а з другої штанини можна зробити пояс, можна її пов'язати якось на шию або затрепірувати, зробити велику об'ємну якусь квітку. Не знаю, наскільки зручно в цьому танцювати, але епатувати в цьому реально зручно.
Я поступила вообще в театральный университет. Вот оно, откуда ноги растут. Моя курочка, конечно же, в театральный. Я читала вот такое стихотворение, это мое. А знаете, я вас ждала сквозь иней, бурю и печали. И все простить я вам смогла, хоть вы меня не замечали. Классный вирш, дуже. Трогательно достаточно. Не, ну это жесть, это просто кусок шторы. Реально пришла за зубом зубная фея. Не хотел бы, чтобы мой ребенок такое увидел. Ну, цей образ невдалий абсолютно. В такому образі на вечірці ви перетворите себе просто на посміховисько, і всі ще раз переконаються в тому, що запрошувати вас не варто було. Если в таком луке ворваться на вечеринку, на которую тебя не звали, можно просто сказать: тетушка-чиновница приехала. Тетушка-чиновница. Если ты ворвешься в таком луке, подумаю, что ты чья-то мама, и сразу начнут прятать алкоголь. Друга учасниця вже готова в бій. Як поєднати бодіпозитив та моделінг? Та до чого тут фемінізм? Зараз нам розкаже Христина Кова. Здравствуйте, ну я вас так заждалась, і гардероб мой заждався. Пойдемте, буду показувати вам свої речі. І сразу, да, на вході якби обозначила розмір претензій. Мене звати Христина Кова, мені 31 год. Я бодіпозитивна феміністка, а ще я пишу книгу. І це плани чисто, ну, сьогодні до вечора. У мене своє модельне агентство. Льоша, якщо вдруг ти вирішив спробувати в модельному бізнесі, давай к нам, зробимо заміри, знімемо снепи і підемо рекламувати майонез. Мені подобається, що вона приземлена така. Звичайно, типу, дівчатки такі, я піду в моделі, я буду ходити і рекламувати Шанель, а це така, приходи і будеш рекламувати майонез. Матір Божа, Господня воля. И полетела бомба, заблестела молния. Она все тут передавила, она как сосиска. Знову якась БДСМщина. Я не розумію, що вона хоче цим показати. Почему я должна ходить, не ругаться матом? Почему я должна не пить? Ты же леди. Ты же привносишь красоту в этот мир. Почему я должна вести себя как-то прилежно, когда мужчины могут позволить себе все, что угодно? Она можно. Потому что она можно. Кстати, почему? Женщины работают наравне с мужчинами. Женщины выбирают такие же трудные профессии, как и мужчины. Твоя профессия называется тяжелее. Ничего и не поднимала. Но при этом почему-то женщина должна закрыть свой рот, и ее день должен быть только 8 марта. Таке враження, що Каріна дуже ображена на чоловіків. Пародія на Настю Кам'янську. Настя, коли вона поправиться на 100 кілограм, буде виглядіти ось так. Сукня досить приталена і видно будь-які рельєфи. Незрозумілий мені стиль. Обожаю декольте. Ненавижу носить нижнее белье. А можно носить одежду, которая не позволяет сиськам играть в игру «Побег из Шоушенка»? Хочу показать вам мою коллекцию портупей. Здесь есть от таких вот чокеров-ошейников красивых до масочек. Такое впечатление, что она работает в БДСМ-клубе, а говорит, что в модельном агентстве. За хлебушком, конечно, в таких масочках не сходишь, но на тематические вечеринки почему нет? Мне нравится, что они все откуда-то узнали, что можно носить велосипедки, и теперь мы их уже одеваем по поводу и без повода. Если бы она с этой белой сорочкой одягнула белый портупей, было бы вишуканіше и дещо, ну, не так вульгарно. Христина вже вирушила штурмувати магазин. І нас чекають подробиці особистого життя феміністки. Ану-ану! Мне сегодня нужно собраться на вечеринку, на которую меня не пригласили. По-моему, ты уже собралась на эту вечеринку, нет? У меня дочь такие любит. Она хоть и маленькая, ей 9 лет, но она у меня уже в тренде. Она знает, что круто, а что нет. Если дочь в тренде и знает, что круто, она может тебе сказать, что это платье, которое ты вдела, оно как бы, ну, нет. Однажды добрые люди заявили на нас в соцслужбу, мол, дочь у меня не ходит в школу. А что так можно сделать?
Типа, алло, это соцслужба, тут у моих соседей дочь в школу не ходит. Естественно, я подняла скандал, сказала, что так нельзя, так не работают. Знаешь, что мне эта клуша говорит? Не учите меня работать. Если я ее учила работать, она бы у меня диплом получила. Срывается. Портупей именно плетка, как ты мне, лассо. Иди сюда, тварь. Ой, ну это она изображает молодежный период. Футболка не идет, потому что расширяет. Длина таких брюк обрезает ей без того недлинные ножки, поэтому как бы все мимо. Дуже популярні в цілому світі бретонки з довгими або з коротким рукавчиком від відомого бренду Comme des Garçons. Можливо, якщо обіграти цю тему і створити якийсь французький образ, може би образ можна було врятувати, але в даному форматі ні. Так как я женщина незамужняя, на свидания хожу достаточно часто. Что это за мода такая, да? То есть ты там сама соберись, сама себе заработай. Сама приедь, за такси за себя заплати. Ну, она очень четко все мыслит. Где подевались мужики нормальные? Казаки перевелись, что ли? А что, казаки, ты думаешь, прям водили всех в рестораны и платили? Ух, не думаю, что там какие-то уже очень галантные были манеры. I was born to haunt you. О боже, а не слишком ли короткое платьице она выбрала? В случае, если ей придется, ну, нагнуться за сумочкой, то все побачат Нарнию. Ну, це не сукня, це сорочка. На вечірку, на яку вас не запросили, ви маєте вразити. І всі мають зрозуміти, як ми могли таку круту дівку не запросити, а не чому розплетена коса, а на очах бронить сльоза. Я выбрала здесь очень крутой наряд, он подчеркивает все мои достоинства и скрывает недостатки. Так что, девчонки, даже не думайте про победу. Победа моя! В магазині «Все для рибальства» немає портупей та ошейників. Невже Христина зможе щось там підібрати? Ну, пока из того, что я вижу, мне знакомы вот только удочки, да, или спиннинги, или что это за вообще стоит такая. Одевай сразу на себя резиновую лодку и давай на ней прям сразу в финал. О, сачок. Отлично. Это ж какие бабочки должны быть в животе. Можно ночных бабочек ловить и сразу их к тебе на работу устраивать. Причем в ее же модельном агентстве. У меня точно такая же футболка, немножко с другой рыбкой. Потерялась в багаже, когда я летела в Милан на шопинг. Эти страшные истории, как тебя ограбили, украли твой кутюр в Милане, в Европе, в аэропорте, будешь рассказывать своим соседкам, я не знаю, по перегородке. Мне не надо, я в это не верю. Ну, можливо, на якийсь пікнік, то може й так. Жена рыболова, которая приехала на рыбалку, на которую не позвали. Точно, что жена рыболова, которая решила не тратиться и одела мужа штаны. Ставить мужу разогнать проституток. Ну, какие проститутки пойдут на рыбалку, ну, серьезно? Там же единственный, кто сосет на рыбалке, это комары. Очень интересная композиция, да? Тут же тебе комбинезон, сразу и топулеты. Такой обуви можно идти на любую вечеринку, даже где тебя не пригласили. Если тебе не предложат остаться, то ты можешь этим сапогом просто сразу голову и не оставить человеку выбора. Я водяной, никто не водится со мной. На вас на вечірці точно звернуть увагу, виведуть, посадять в карету швидкої допомоги и відвезуть. Несмотря на то, что магазин этот был какой сложный, но я сумела выбрать дополнение до своего образа такое, что вы, девочки, просто офигеете. До встречи на финале. А у нас на черзі третя учасниця. Сучасна сваха та за сумісництвом художниця вже чекає на нас в гості. Мне 26 годиков, и я теннисистка. Настольный теннис – это мое. Ну, она симпатичная. Ну, то есть, я бы хотел, чтобы она мне сделала топ-спин. Это моя счастливая форма. Когда прыгаешь, такая… То есть, она для этого, в принципе, и ходит туда, чисто попрыгать. Вы
пам'ятаєте про те, що спортивна форма завжди має бути дуже якісною, тому що вона дуже-дуже часто випирається і, в принципі, дуже швидко зношується. Еще я художница. Мы же не могли обойтись только одной гранью. Ну, конечно, ты же художница. Чаще всего я пишу картины грудью. А вот это заявка на успех. Ну, что это такое? Давайте я буду писать картины. Когда я его надеваю, оно просто максимально быстро и резко поднимается вверх. Так ты не пробовала купить просто платье подлиннее? Я понимаю, что у меня уже видно белье, и как бы, что с этим делать? Зачем я его купила, зачем я его надела? Да знала ты, зачем ты его купила и зачем ты его надела. У меня просто что-то, грустинка напала. То ли ПМС, то ли что-то. И, в общем, я пошла и на последние деньги купила себе шубу. Молодец, ты не могла купить себе нормальную шубу на последние деньги? Девочки, да 2021 год, хватит резать хорьков, блин, чтобы надеть на себя что-то теплое. Уже и холодно не бывает даже. Ужас. Боже, какая некрасивая шуба, я не перестану это повторять. Вот как может быть такой некрасивая шуба? Это вот андатра или нутрия. Может, норочка, но выглядит как андатра или нутрия. Или мексиканский тушкан. Вот что-то вот, что-то нехорошее, не шик. Ой, ну ця червона сукня ледь-ледь прикриває. Кормилицю, плодовицю, годувальницю, як тільки не називали у нас дівчата свої частини тіла. Ну просто смертна кара. Такий образ на зрив. Какой-то очень люксовый прям космос бренд имел похожее платье на это. Ну вот это просто похоже на супер лакшери бренд. Ну так-то я тоже Зак Эфрон. Поехала на секонд-хенд, нашла это платье, оно просто выглядело по-другому. Так может вот в том люксовом очень супер бренде, где ты увидела, там хотя бы были поставлены плечи, какая-то плотная ткань, чтобы это как-то смотрелось и садилось по фигуре, а не вот это дешман, и не жакет, и не платье, и непонятно что в итоге. Как можно так одеться? Ну, там надо булавочку подцепить. Ну что же это такое? Ну что же это за средь бела дня? Щоб з люксових речей відшивати репліки, нічого доброго про це не думаю, тому що все рівно тканина буде не та, шви не ті, підкладка теж не та. За цією обувью я зірвалась в сам Париж. Уже пішов якийсь дикий чос, страшна брехня. Кстати, цена у меня получилась вместе с перелетом и винишком. И ботильоны точно так же, если бы их просто купила в Киеве. Купувати люксові речі за кордоном справді набагато вигідніше. І завжди можна ще забрати такс-фрі, коли дуже дорога річ, там більше тисячі доларів, то такс-фрі пристойне, близько 200 євро. Господи, вона схожа на Д'Артаньяна. Сукня і класно поєднана з цими бутильйонами від Louis Vuitton. Було б доречнішим зібрати волосся, додати, наприклад, ще якісь яскраві сережки, тому що дуже-дуже total black, а завжди треба додавати якісь яскраві аксесуари. Дать жару хочу тут вам всім. Чужих денег нет, все деньги общі. Це правда. У тебе є своїх власних 5 тисяч гривень і всього 4 години, аби довести на фіналі, що саме ти зверху. Коли мене не пригласили на зустрічі випускників, але я все ж прийшла туди. Прийшла і навела суєту. Вони були трохи шокірені, тому що вони мене не узнали. Якщо б твої однокласники собі повставляли якісь полусфери в тіла і перекроїли лицо, вряд ли б ти їх теж узнав, це нормально. Не, опять она как оделась, как Джессика Симпсон в этом клипе, где она моет машину мочалкой. Просто подперла все, что там можно подпереть. Якийсь такий дуже-дуже буденний образ. Тобто на вечірці, на яку вас не запросили, ви маєте сяяти і демонструвати, яка ви крута. Сосочки я не прикриваю. Я за равенство сосков. Как у мужчин, так и у женщин.
Я, кстати, тут согласен. Девочки, пожалуйста, не прячьте соски. Свободу соскам. Пусть выступит с этим заявлением около Верховной Рады. Нова партия від Сафонової. Мы за равенство сосков. Какие там попит? Simple Dimple. Вот он, антистресс. В честь этого я даже могу станцевать грудью под песню. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди ко мне сюда, еда, да. Отличная заставка, Леша. Ну тут как бы твой выход, ты ж понимаешь. Кошмар, почему она так двигается? Она как будто на радиоуправлении у нее. Двойка варятка, Леша, двойки в неї груди, все як ти хотів. Тебе знаю, що у твої дивиться, груди має. Звісно, совпалі. Це доля. Все. Ей очень хорошо в этих топах с грудью, действительно, она очень идет, но штаны ужасные. Просто так простят, скучные, неинтересные. Я розумію, що у вас красиві груди і всі образи побудовані навколо них. Ну, без одягу, я розумію, що ви класна. Окей, окей, окей. Давайте ще щось з одягом класне зробіть. Я працюю в брачному агентстві як сваха. Ай-яй-яй, який в нас жених, як вона свахає їх там? Чи сватає? Як це відбувається? Я щось взагалі не розумію. В чому суть? Я поняла, что что-то происходит не то, потому что женихи, которые приезжали к своим невестам, они начинали знакомиться не с невестой, а со мной. Какая хитрая натура. То есть приезжают чуваки к девочкам, а девочки какие сидят? У кого зубы кривые, у кого вообще их нет? И это приходит. Привет, я Саха, я вас как бы просто познакомлю. И понятно, что жених сразу западает на нее. Аферистка. К эскортницам я не отношусь. А сказать это и не улыбнуться в конце? У меня есть бизнес-план, штамп, что можно было сразу просканировать, QR-код. Идет девушка, вроде скромная, вроде приличная, а нет, а QR-код. Так на них и так QR-код. Посмотрите все эти телеграм-каналы, блин, уже всех давно переписали с прайсами, со всеми делами. Я думаю, краски не хватит, чтобы всех проштампувать в нашей стране. Красивый вот этот пляжный образ очень ей идет. Надеюсь, она что возьмет оттуда. Прикольная спідниця, дуже актуальный топ. Тут скоріше показати, яка ти така маленька і гарненька. Але думаю, якщо вас не запросили на вечірку, то треба показувати не це. Треба показати, яка ви крута, яка ви вся така воу-воу-воу. Спасибо вам большое. Это все вам. Как она разбрасывается чужими деньгами, заметили? Когда мы покупали только что одежду, я не так кайфанула, как я сейчас кайфану в спешл-магазине. Все для рисования. Все для рисования – это вообще практически и профессиональный магазин. Она сейчас там грудью быстро разрисует. Не пропустить! Витвір мистецтва просто у спецкрамниці. Я вам покажу, как создаются настоящие шедевры. Та чий образ подобається Леоніду Мартинчику найбільше за увесь сезон? Ви справді всіх просто там вб'єте. Це справді дуже-дуже круто і дуже яскраво. Однажды прийшла на свидание к своему парню, и мы вечером пошли гулять в парке. Мне стукнула в голову идея, а почему бы не прогуляться голышом? И люди просто такие с собакой идут. Предложила парню тоже меня поддержать, но он отказался. Действительно, почему бы он отказался? Может, потому что он адекватный хотя бы чуть-чуть? Эльвира – повелительница тьмы. Господи, я втратил цноту. Кстати, без одежды выглядит ничего. Тут становится комментировать сложнее. Сюрприз! Она молодец. Можно было сюда еще манжетики добавить. Было бы вообще вау. Практически кролик из плейбоя. Если вдруг так случилось, чтобы меня не позвали на эту вечеринку, тогда нужно приходить только так. И каминями забьют все женки, которые будут на этой вечеринке. Она так завалится на вечеринку, ну куда?
Я пишу картины грудью. Но она не могла потратить, понимаешь, 5000 долларов на свои сиськи и теперь просто так их эксплуатировать безжалостно. Не верю. Однажды я достала холст новый, и у меня краски масляные, такие яркие все. И я просто взяла и макнула титьки туда. Ребят, я как бы тоже готов открывать це творчество, рисовать другой кисточкой. Ну, в итоге моя грудь немножко пострадала, и у меня жутко жгли вообще соски. Они у меня были такие прям, я не могла притронуться к ним. О, видишь, я же говорил, что ты небезопасна. Сейчас она говорит, что грудь пострадала. Be careful, моя хорошая. Сейчас я вам покажу, как создаются настоящие шедевры. О, сейчас мы наконец-то увидим, как создается это творчество. Но если много картин нарисует, у нее грудь уже будет такая, знаешь, как рабочий инструмент, подыстрепанная немного. Такие, как зубная щетка, которая 4 месяца. Что я вам скажу? Груди, всему голова, а голови нема. Я сотворила шедевр! Теперь мой образ завершен. Нарешті дочекались фіналу. Зараз побачимо, чиї гучні заяви виправдаються, а хто піде додому без статуетки. Дівчатки навіть не представляють, як я обіграла покупки в спешл магазі. Вони зараз просто очумілють. Я бы удивилась, если бы она вышла, наверное, голая. Или похудела на 10 килограмм. Это невозможно. Ей пришлось бы отрезать ногу. В основному магазині Христина придбала блакитну сукню з драпіровками та блискучі відкриті туфлі. А в крамниці для риболовства зібрала намисто із силіконових приманок для риби. В цих драпіровках, як ота штора в театрі, можна було занавес та чуть-чуть приопустити, тому що там вже було видно партер. У тебя из рыбацкого магазина ожерелье, правильно? Это наживка, чтобы вы клюнули. Все будет видно по нашим с тобой оценкам. Та-дам! На вечеринку, на которую тебя не пригласили, нужно приходить шокирующе. Если бы она так пришла на эту встречу, я бы, наверное, даже и не заметила, что она пришла. На мнение тупой мне вообще глубоко наплевать. Единица. Вам не угодишь, я знаю. Девочки, вы же в себе уверенные, крутые, красивые чекули. В чем проблема? Что за навязчивая идея кого-то задернуть? Тут конкуренция, и я не буду дарить никому баллы. Я не Санта-Клаус. Я сделала вывод, и сейчас эти леди получат мне. Христина отримала від конкуренток 7 балів і налаштована помститись. А на подіум виходить Ліза Брежнєва, яка щойно поставила лише 1. Я готова к тому, чтобы содрать шкуру с моих конкуренток и отправить их в нокаут. А, Кони был спешл магаз? Большие размеры. Ну, может, она в большие стринги замотается вся и придет. Мы тебя просим, давай. В основному магазині Ліза придбала жакет з яскравими принтами, чорний топ та класичні туфлі на шпильці. А в магазині великих розмірів дівчина обрала жовту фатинову спідницю, яку закріпила червоним паском. Це що за пінап? Могла бы что-то и пооригинальнее придумать, но честно. На вечеринку, которую тебя не пригласили, ну как-то это все простовато и, наверное, по-детски.
В стиле вечеринки, на которую меня не позвали, я бы там точно оказалась звездой, как тут сейчас. Образ дно. Нельзя в таком виде вообще выходить в люди, особенно на вечеринку, которую тебя не приглашали. Девочки, я прошу ваших оценок, ваше экспертное мнение. Люблю солидарность, особенно женскую. Поэтому лови ответочку. Лиза поставила мне единицу, поэтому я и отомстила. С волками жить, по-волчьи выть. Кристина поставила мне один. Один, совсем один. Ну, ладно. Один так один, Кристина. Вот тебе моя волосатая оценка. За образ я, наверное, 5 поставила бы. Но я балл накинула за представление, фокусы, там, сальто. Девочки, просто завистницы. Наразі рахунок 7-7. Стає гаряч, і на подіум виходить Ольга. Ох, відчуваю, що без рівності сосків не обійдеться. В основному магазині Оля обрала блискучий суцільний купальник, обшитий пайетками, та туфлі на підбор. А в художній крамниці доповнила образ двома видами фарби, які нанесла на голе тіло. У каждой зайчки, у каждой лапушки рано или поздно проснутся гены прабабушки. И тут как бы Оля выдала все, и вся эта стрип-пластика, и ноги выше головы, и школа. Теперь понятно, как нужно врываться на вечериночку? Я тоже хочу блесками намазаться, вот Оля. Вижу, там потрескалось немного. Это от вашего. Жду ваших оценок. Я оставлю тебе, думаю, предсказуемую оценку. 1. Спонсор этого проекта – тактика единицы. Тактика единицы – мой путь к победе. Моя оценочка. Там не было наряда. Куда ты собралась вообще голая, на какую вечеринку? Ну, не люблю я. В целом, я лучшего от этих персон не ожидала. Не простили конкурентки Ользі креатив та оголене тіло. Поставили всього 2 бали. Але є ще оцінки Леоніда Мартинчика. А вони грають вирішальну роль. Девочки, я тревожный человек, поэтому я буду доставать оценку последнюю. Вообще, какая разница, когда узнать, когда ты проиграла? У нас одна собралась на вечеринку пинап, другая просто голая пошла где-то. Ну, тогда я первая. 8 баллов, класс. В таком образе вона не вразила її, бо ніхто не заздрив. Але намисто вийшло справді круте. Тому сьогодні 8 балів. Леня недооценил мой образ. Ну, непонятно вообще. Как я и вам говорила, эксперт разбирается в моде. Максимальный балл, девочки. Все понимают, кто действительно лучший был вообще за этот выпуск. Заслужені 10 балів. І тут я просто впевнений, що якщо Оля прийде на вечірку, на яку її не запросили, то усіх буквально повідкриваються і повідпадають просто щелепи. У мене 9. Наверное, Оля, ти просто забрала всі блістки, поэтому мені не досталось. Образ яскравий, продуманий, в одній стилістиці, але трохи додає їй віку. Леонід, просим вас, просим! Здравствуйте. Дівчата, вітаю вас. Кожна з вас настільки яскрава, настільки самодостатня, неординарна. Ну, але конкуренції сьогодні Оля не може мати. І аби з'явитися на вечірку, на яку вас не кликали, ви справді всіх просто там вб'єте. Це справді дуже, дуже круто і дуже яскраво. Сьогодні богиня шопінгу однозначно я. К сожалению, меня засудили, и мне очень приятно, что, по вашему мнению, я являюсь богиней шопинга. Я впервые на камеру вообще написала картину грудью, и именно ту картину я хочу вам подарить. Я бачу процесс. Я можу почервоніти зараз. Дуже вам дякую. Але, як я вже казав, бали виставляю не лише я, а й ви, тому богиною шопінгу сьогодні стає Ліза. Я вас вітаю.
потому что я поставила 7 единицы. Тут как бы либо ты, либо тебя. Я богиня.